Всем привет! Сегодня у нас 8-й день, а значит начало новой недели. Вот. Все идет практически по плану, хотя плана в принципе никакого нет. Настя, не жри фонарик. Вот, Настенька довольна, как всегда. Ей вообще, по-моему, лучше всех. Скоро увидим море. Да, и Надька рада. Поедешь на море? В отличие от тебя, я первый раз увидел море в 24 года. А ты в годик. Вот так вот такие дела. Все, у нас ранний подъем, благодаря дочери. Все, в 9 часов мы собрались и готовы ехать, пока солнышко не сильно высоко. Вот. А к обеду где-нибудь остановимся, пару часиков переждем жару. И к вечеру двинем опять. 9 часов, не жарко. Крутим педаль. Настя в шлеме. Between you and misconstrue, but I couldn't see into the light. You said we'll have to see, but I didn't take it seriously. A losing cause, a losing fight. Вы знаете, с утра ехать отлично. Прохладный ветерок и все такое. Мне очень нравится. Нет санцепёка. И мы движемся к цели. Хоть она и очень размыта. Заехали в какой-то очередной город. Пипигаи. Ну, что-то такое. И пополнили стратегический запас памперсов в супермаркете. Купили влажных салфеток и все такое. А сейчас попьем колы холодненькой и поедем дальше. Представляю вашему вниманию обзор велосипеда GT. Старичок. Такого и, наверное, и не встретишь. Ригидная вилка GT Outpost. Классический их треугольник. Все как надо. Все как тогда. Вот. Монетки такие модные. Вот такие монетки. С циферками. А не нынешнее шило. Вот это настоящий GT. Тихо в лесу, только не спит барсук. Тут барсуку вломили под сук, вот и не спит барсук. Кстати, первый раз вижу барсука. Жалко, что первый раз и не живого. А у нас река с интересным названием Вилка. Вот такая вот вилка. Небольшенько. Набрали у местных воды. Бурдюк — незаменимая штука. Набрал водички и забыл. Поселок Рукаи. Набрали у местных воды. Нам еще и печенье насыпали Наське. Вот. Только почему-то говорят не Беларусь, мы говорим из Беларуси, они Болтарусь. Да, Беларусь. Болтарусь. Ну, почему Болтарусь? Ну, не знаю. Может, жаргон такой. Почти час дня. Остановились на дневку. В тени. Какой-то то ли костел, вроде как там католический крест, а там в окошке из кирпича выложена шестиконечная звезда. Так что это католический монастырь или синагога, я не знаю. Но суть не в этом. Мы тут это прячемся в тени. Чем ближе к Лайпеде? Передаем, пережидаем жару. Чем ближе к Лайпеде, точнее к Балтийскому морю, тем больше велотуристов едет. Сейчас себе попутчиков найти вообще не проблема. Топчет и топчет все. Здорово. Такая у нас дневка.
Настя дурачит. Реставрационные работы сейчас в этом монастыре идут. И тут, наверное, у рабочего спросил, говорит, а это был католический монастырь или синагога? Он мне такой, не меняя лица, такой, да, был. Что был, я так и не понял. Короче, какой-то упоротый рабочий. Жара на каждого влияет по-разному. Дали жару, поменялся ветер, ветер теперь нам в спину. И продолжим наше движение. Пока едем без шлема, малой, ну, потом оденем. Вроде как заснуть хочет, поэтому не хотим одевать. Везем запас воды. Литров 6 воды. Жарко, пить надо много. Въехали на территорию Дельта Немана. Вот тут такая парковая зона. О, встречаем туристов. Иностранцы и немолодые, короче. Так вот, въезжаем на Дельту Немана. Для себя что узнал? Оказывается, Неман шел. Дошел он до практически Балтийского моря. И разделился на две реки. Как так? Непонятно. Чуть-чуть не дошел до моря, короче. Вот такой вот Неман. Едем смотреть Курский залив. А мы в 5 километрах от Балтийского моря и Курского залива. Если повезет, будем сегодня возле моря ночевать. А здесь карты выращивают карп. Ну все, доехали от границы Беларуси и Литва, доехали до Курского залива. Красавцы своим ходом на своих верных конях. А вон там у нас Курский залив. Недельки в Балтийском море. В этот Курский залив. Может быть, еще не совсем море. Еще залив. Даська балдеет. А с этой стороны. Мы доехали, мы сделали кусочек путешествия. Курский залив, вода чистее, ну как, прозрачная, чистая и очень-очень теплая. Правда, тут ее по колено. Вон, ребята вдали ходят, головы торчат, им там по грудь. Чем-то напоминает Нарыч. От моря тут, конечно, одно название. Сижу тупо на жопе. Вот так вот. Мелко. Вода вообще не соленая в Курском заливе. Наська вон с Вероникой играются. Малой нравится, клещ. Вода вообще сказочно теплая. Наверное, на мелководье прогревается хорошо. Да и жара сегодня 30. Мы ехали. Наш 8-й день, жара 31 градус в тени показала. Вблизи залива. Здорово. О, какая-то херь проплыла. О, какой-то рачок. Это даже мне показать. На море! Наська на море! Наська вгодит на море! Ю-ху.